Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racing 2. Ну что же, у нас с тобой новая локация. Это песок в купальнике. Тут у нас три этапа. Так, денег у нас 223 тысячи. Я думаю, что это неплохо. Покупать пока я ничего не буду. Пока у нас все и так хорошо получается. Плохо, 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 ребята, я взял старт. Вообще паршивенько. Смотри, смотри, как он полетел. Ой, что это? Что это сейчас было? Какой-то домик. Тихо ты, тихо. Ты посмотри, что происходит. Ты глянь. А тот, наверное, уже все ушуршал, да, я так понимаю. Причем фиг знает куда. Он там очень лихо стартанул. Нет, вот он тут завис, кстати. Интересно, а как я тут... Смотри, он завис. Это его проблема на самом деле. А мы с тобой все-таки первые приезжаем на финиш. Круто, что я могу сказать. Ну, конечно, трасса, ты сам видел. Это было что-то с чем-то. Вот сейчас мне понравилось, как мы стартанули. Ух. Нет. Разбились, конечно же. Трындец. Я думал, что мне хватит мощей туда залететь. Но нет, опять ты вперед, да, батьки, лезешь. Опять ты лезешь вперед, батьки, в пекло. Ничего себе. Ты видал, что он сделал? Он просто туда, друзья мои, залетел. А я кое-как заехал. Так, ладно, хорошо, давай по... Что-то он опять тут на горе завис. Я не знаю, что с ним происходит. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, нам нужно разогнаться. Трындец, я тебе скажу. Что там с ним происходит-то? Ага, не хватило у тебя... мощей заехать, тот и оно. Захотел самого Рэя Моррисона обогнать. Не тут-то было. Все, друзья мои, мы приехали с вами первые. Такие костюмы. Вот надо какой костюм иметь. Короче, друзья мои, я приехал первым. Ну что, у нас Босяцкий будет следующий по ходу дела вот здесь. Так, давай-ка попробуем открыть сегодня новую локацию, может быть даже две. Посмотрим, как у нас будет все это идти. Хочется, если честно, прокачать машину или купить что-то новенькое. Но в то же время и денег жалко. Тихо, давай-ка вот без этих выкрутасов, пожалуйста. Ну ничего себе, эх, сейчас. Так оно и есть. А здесь, ребята, я не знаю, каким образом вообще можно было аккуратненько проехать. Это если только вообще не газовать. Наверное, так, да? То есть вообще не газовать. От слова по минималке. Но мы же не можем с тобой подтормаживать, верно же? У нас системы тормозов нету. У нас только лишь вперед и все, из песней. Ты гляди. Ой-ой-ой, ты смотри, что тут. Люто, люто они, конечно, здесь делают. Ненавижу, ребята, вот такие вот шахты всякие, пещеры, гроты. Люблю чистую, открытую поверхность. Я уже об этом говорил неоднократно. И этого буду придерживаться. Вот смотри, смотри, видишь, что тут? Вот как вот он, интересно, выжил, если он практически под потолком был? Вот объясни мне, пожалуйста. Мне этого не ясно сейчас было. Я не выпендриваюсь. Я еду нормально, спокойно. Фью. Тут лучше не спешить, ребят. Лучше потихонечку. Пускай они там что хотят делают. А мы с тобой вот так вот аккуратненьким образом финишируем. Тише едешь, дальше будет. Не зря говорится, да? Так, друзья мои, проехали и здесь мы с тобой отлично. Сколько здесь, наверное, еще гонок? 5-6 нам понадобится, да? Для того, чтобы открыть новую, я так понимаю, наверное, локацию. Ну что? Магнитная цепь. Опять какой-то у нас заводик. Твою налево. Ну зачем меня сюда-то закидываете? Фиг с вами.
Ты смотри, 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 какой-то там чудило вперед. Воу. Да что такое-то? Зацепись ты, магнит вшивый. Ты посмотри, что он делает, а? Ребят, я из-за этого магнита потерял офигенно сколько времени. Он меня просто не отпускал. Он присосался ко мне. Еще и горючее кончается, прикинь. Так, ладно, горючее мы взяли. Четвертая позиция. Понятное дело, меня этот магнит удерживал. Ничего мне вообще не дал сделать. Я в шоке. Ненавижу я по верхам ездить, вот серьезно говорю. Давай, падай вниз. Не надо. Вот это да, вот это. Вот это сейчас было круто. Смертельно круто на самом деле. Фига нас там подкинула. Дурацкие на самом деле какие-то трассы сейчас идут. Все, финишировал. Фух. И это, смотри-ка, пенек не отставал от меня. Так, и последняя у нас трасса. Неплохой старт. Зачем ты подтормаживаешь-то? Твою же налево, Рэй. Ну, ты видишь, пенек там нас догоняет. Кто-то проехал просто даже, знаешь, как будто ничего здесь и не было. Ты смотри, что творит, а? Давид этот. Интересно, получится мне его наказать? Нет. Я приехал вторым. А по итогу какое место? По итогу второе. Плохо. Я очень злой. Какой-то вшивый Давид меня обогнал. Ну, видимо, у него прокачан был движок. Ты посмотри, как они рвут с места. Это что, тонкий намек, что мне надо движок прокачать, да? Так я же прокачаю сейчас. Я же вот так прокачаю, что вы там все просто припухнете от моей турбоскорости. Есть, отлично. Блин, смотри, какой машинки он едет. У него сзади магнитик. Я так понимаю, магнит этот, наверное, притягивает монетки. Опять. Смотри, стартует. Давай, 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 рычик. Да как ты? Вот сейчас бы мне здесь полет. Ох, как бы он мне здесь не помешал бы, ребята. Трындец. Какой-то Миша там первым был. Так, что у нас? Еще одна гонка, да? Ну, сейчас я этому Мишу устрою. Вот так вот. Оу, щет. Разбился. Просто тупо, друзья мои, разбился. Так, хорошо, гонка. Они меня взбесили. Они меня, друзья, просто выбесили из себя. И я решил сделать вот так вот. Теперь давай-ка посмотрим. Не может быть, чтобы мы еще тут проиграли после суперской нашей прокачки. Ой-ой-ой. Лучше вот так вот сделать, поверь мне, чем разбиться в хлам. Иди гуляй, Вася. Ну давай ты, господи, Рэй, ну. Я в шоке. Я просто в шоке от того, что здесь происходит, а. Это надо было перед финишем вот такой вот геморрой сделать, а. Ну. Так, не хватало мне еще вот этих вот пещер. Да что ты?
Так, один чувак не смог заехать. Так, а кто-то там впереди у нас, да? Я не первый, поверь мне. Далеко не первый, там кто-то впереди. Сибу, он уже давно нас... на этом, на финише был. Так. Окей. Так, и последняя у нас гонка. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Опять эти пещеры. Ну все, ребят, это... это трэш. Вообще на последнем месте. Ну, хотя бы заняли третье место. Хотя бы вошли в тройку. Но все равно мы дали с тобой заднюю. Так, что здесь лучше сделать? Подвеску, что ли, я не знаю, еще прокачать. Ну, давай попробуем поехать на этой вот подвеске. Вот такие трассы по мне. Где нету никаких домов, открытое небо. Чисто по прямой. Обожаю. Тут можно, как говорится, показать весь свой потенциал. И, конечно же, финишировать. Так, вторая гонка. Всего их три. Вот куда этот мотоцикл газует? Вот объясни мне. Куда вот он лезет вперед, батьки, а? Скажи-ка мне на милость. Мне кажется, вот здесь было бы самый топчик взять крылья. Я думаю, ты со мной согласишься, да? Мы на крыльях бы тут пролетали бы километры просто бы, не обращая вообще ни на что внимания. Но тогда нам придется с тобой колеса убирать. Давай, давай, давай. Просто моя машина попрыгушка. Как лягушка прыгает туда-сюда. Такс. И вот он финиш. Ну, здесь вообще, ребята, идеально. А я тебе еще раз говорю, вот такие вот трассы, где открытое небо, нет никаких пещер, это для меня самое то. Ну что я тебе скажу, скоро, вот буквально чуть-чуть остается, и мы с тобой откроем новую трассу. Блин, и опять пещеры, а. И опять, друзья мои, эти пещеры. Так, не газуем. Тут надо, блин, потихонечку. Ага. Тихо. Давай, 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 давай. Отлично. Аккуратнейшим образом. Так, и летим. Вот сейчас была бы у нас тут летушка, было бы вообще круто. Все, ребята, первое место нам обеспечено. Двигаемся дальше. Здесь гор не будет? Да как же не будет? Будут. Вот они, друзья мои. Эти горы, склоны и ухабы. Слава богу, у нас с тобой хорошо все получается проходить это. Так, тихо, вот здесь вот главное не обделаться, и все будет у нас замечательно. Есть такое дело. И финиш. Фух, слушай, ну машинка чувствует себя вообще уверенно. Даже в таких вот, ребята, местах, где даже я сам себе не чувствую уверенно, она очень хорошо показывает результаты. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Фух. Это было, ребята, очень опасно. Ой-ой-ой-ой-ой, а тут-то что творится-то, посмотри. Вот это да. Вот это я мастерски прошел. Фу. И не разбился, прикинь. Классно. Я от себя сам даже доволен. Что, открываем? Нет, еще пока не открыли. Так, ну что, тогда двигаемся дальше. Обожаю вот эту вот местность.
сельскую, или как ее назвать, деревенскую. Это мое. Лишь бы только домов не было. Лишь бы не было домов, а остальное все отлично. Ты посмотри. Ай, дома. Так, значит, надо быть аккуратным. А, тут уже финиш. Они любят обычно, ребята, либо на спуске поставить домик, либо на подъеме, чтобы ты обязательно там врезался. Это уже замечаю неоднократно. Догоняйте, щеглы. Да, папочка от них оторвался, будь здоров. Я очень доволен нашим дизелем. Я думаю, что вы тоже. Все, взяли первое место. Так, и теперь-то мы как раз открываем, ребята, новую. Ага. Это у нас кубок застойный. Ух ты. Слушай, а что такое вот это вот 5000? Это, наверное, премиум, да, друзья мои? Это премиальные. Если ты покупаешь премиум пак, то у тебя будут дополнительные еще награды. А премиальный пак стоит 3000, ой, 300 с лишним рублей в месяц. Я как бы катаюсь без него. Так, пещеры. Тихонько, аккуратней. Вообще четко. Ну прям как профи, ё-моё. По-другому ты по-другому не скажешь. Ну что, я готов. Погнали. Точно, я, наверное, все-таки возьму летучку. Ну, опять же, неизвестно, если я возьму летучку, будем ли мы с тобой вот так вот подпрыгивать. Может быть, это за счет колес? Нет, это, скорее всего, за счет амортизаторов мы с тобой так вот подпрыгиваем. Да, я возьму, наверное, крылья. Хотя бы просто посмотрим, как у нас это все получится. Так, кубок застойный. Фига, мы с места с тобой рванули, ты видел? Опа. Куда-то мы с тобой вниз поехали. Зашибись. Все поверху, а мы с тобой понизу. Как умные самые, да? И отлично выходит у нас. Все, друзья мои, все. Всех оставили далеко позади. Так, что я хотел сделать? Я хотел взять крылья. Давай посмотрим, вместо чего возьмем? Вместо колес, да? Вместо колес. Так, бесплатно прокачаем. Ну что, 4-й уровень у нас получается, да? Вот как раз мы его и поставим. Так, оснастить. Ну что, давай посмотрим, какие у нас будут от этого показатели. Так, неплохо. Ну, что-то машина как-то себя, в принципе, неплохо чувствует. Но нет таких прыжков, как с теми колесами, да? Аккуратненько. Так, тут надо вообще тихонечко проезжать, потому что тут можно разбиться. Слушай, даже не знаю, что сказать. С теми колесами мы с тобой как эти прыгали. Тут вроде бы не особо сильно прыгаем, но и... Ой-ой-ой, нормально. Так, мы не разбились, главное. Сцепление с дорогой не такое сильное, как от тех колес. Вот что я тебе могу сказать с точной уверенностью. Да. Первая позиция.
Даже не знаю, по-моему, мне кажется, лучше взять те колеса. Фиг с этим перелетом, недолетом. Ну, ты сам смотри. То, что мы с тобой летим, это все фигня полная. Мы с теми колесами, наверное, с тобой лучше пролетали. Ё-парасоте. Ну вот тебе. Вот тебе и результат. Нет, ребят, я верну колеса, пожалуй. Этот полет — это полный бред. Так, давай мне сюда. Убираем вот это вот и ставим обратно. Таким вот образом. Ну что, стартуем. Шахта. Шахта с лавой. Ой-ой-ой-ой. Вот смотри, 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 что творит. Разбейся нафиг. Чепушила несчастный. Да ну куда ты, блин? Ты посмотри. И проехали-то все идеально. Это кто там? Жбродик? Вот тебе и жбродик. Папочка его сделал, этого жбродика. Тихо. Фух. Аккуратненько, аккуратненько, родной. Не подгазовываем. По чуть-чуть. Очень аккуратно надо ехать. Да что ж за трасса-то такая, а? Трасса-убийца какая-то. Где там финиш-то? Вот он. Фух, это было потненько, друзья мои. Очень потненько. Первое место. Шикарно. Так, ну что, я смотрю, у нас следующая трасса тут готова открыться. Фабричный кубок. Я хочу способствовать этому делу. Куда ты там едешь? Не видишь, папа впереди газует. Наяривает он мне там. Смотри, не отстает. Я тебе даже скажу больше, он настигает меня практически. И что-то я начал хандрить. Начал хандрить, ребят. Е! Круто же. С СМК он делал. Как стоячего. Да отвали ты, блин, а. Теперь какой-то сопленыш там едет за мной, видишь. Гонщик, блин, 228. Как он там еще умудряется сальтон это крутить? Я не понимаю этого. Как стоячего. Круто же. Так, и последняя у нас с тобой гоночка. Отличный старт. Вовремя отключил там кто-то. А мы сейчас включим. Опа, пускай их там притягивает. Куда ни попадя. Короче, кто первый едет, тот и крут. Да, ребят. Я ж из машины вылетел, прикинь. Нифига у меня там костюмчик. Эть. Открыли, да, друзья мои? Мы открыли с вами новый кубок. Это моя шахта. Прикинь. Это же, ребята, босс следующий. Насколько я понимаю, или босс, или это у нас будет доступна новая машина. Это моя шахта. Не люблю шахты. Терпеть их не могу, ребят. Ух, сейчас тут... Вот именно вот из-за этих вот всяких ухабов. Разбиться — плевое дело. Но я финиширую первым.
Причем идеально приземлился. Сколько здесь? Блин, еще и три этих. Три гонки надо делать. Представляешь? Да ладно. Автобус, ты... Куда вперед, папа, лезешь? Ты не понял я, а? Ты посмотри-ка на этот автобус. Замызганный. Что он из себя вообразил? Супергерой, что ли? Я не могу понять. Герой здесь я. И последняя, друзья мои, трасса. Точнее, гонка. Ох, ничего себе. И это нам не помеха. А вот это... Фу. Да что ж тут происходит? Ты посмотри. Не будем газовать. Давай на катиком поедем. Да, это, конечно, что-то с чем-то. Так. Нифига он меня хотел подрезать. Прямо на этом, на финише. Но, как видишь, слабоват оказался паренек. Так, сколько у нас? 36 227. А нужно 37 тысяч, да? Дорога к легенде называется. Что-то мне подсказывает, что босс меня просто ушатает. Тебе так не кажется? Куда ты? Лезет он тут, понимаешь ли. Вот тут, возможно, да. Летучесть очень бы даже была кстати. Но мы с тобой просто делаем такие прыжки невероятные, что нам даже и летать не надо. И согласись, машина, как она идеально приземляется. Раньше она у нас бы там перелетала бы там фиг знает сколько там этих. А сейчас просто останавливается и все. То есть на дороге она просто идеально стоит, держится. И ты с этим не поспоришь. Смотри, как она себя ведет круто. Вот тебе и супер дизель. И вот и финиш. Круто же, круто. А этот мелкий, ну, смотри-ка, почти догнал, друзья мои. Почти догнал. Хороший старт. Вот этот вот подлет. Лучше бы ты в длину бы летел, а не... Ты посмотри. Ты посмотри. Схитрили, да? Ну-ка давай, папа. Делаем их как детей. Оу. И финиш. Ты посмотри, что... Третьим. Но все равно я первый. У них машины слишком легкие, ребята. Они просто в воздухе 30... Ты же видел, да? 33 сальтухи делали. Я себе такого позволить не могу. Я супер тяжеловес. Я почти что как танк. Только на колесах. Опа, опа, опа. Смотри. Смотри, какая тарантачка, ребята. Эй. Что за... Что за дела? Я не понял. Они что, прозрели, что ли? Я не пойму. Так, ладно, этого хламона я сделал. А вот этот-то что там? Финдиш какой-то, я не знаю, фитиш, ё-моё. Давай, Рэй, ты должен хотя бы вторым... Первым! Фу. Вот это я понимаю. Вот это была действительно гонка, ребята, за первое место. Прямо аж пукан вспотел, ё-моё. Так, опять этот вырывается, ты посмотри. И вот что это может означать, ребят? Ну это все, это крах. Это знаешь, что означает? Что у нас с тобой барахлит сцепление колес с дорогой. То есть мы когда приземляемся, мы не можем с тобой нормально стартануть. У нас вот такие вот переклинивания. И это не очень хорошо, кстати, на самом деле. Я бы даже сказал, это вообще нехорошо. И подвеска, конечно, барахлит. Ну ладно, я последний приехал. Вообще, меня здесь все сделали как, ребят, как стоячего. Надеюсь, у меня будет... Ого!
Это что за трассы такие? Объясни мне, как вот этот вот охламон может вот такие вот выкрутасы делать? Ну вот как? Почему его вот на этой фигне, на канатке, его даже не подкинуло? Так, по-моему, я, ребят, вторым или даже третьим приехал. Ну, место... А, нет, смотри-ка, первое. Так, ну что, все ближе-ближе к боссу мы с тобой. Магнитная цепь, опять у нас с тобой завод. Опять завод. Да куда вы меня, блин? Вот посмотри, как он там крутит. Сальтона. И ты думаешь, что это настоящий игрок? Нет, конечно, ребят, это бот. Это бот, ботаник. Сделал бы он там себе такие выкрутасы, конечно. Да едь ты, господи, нормально, что тебе все... Не могу, ребята, заносит передок, вот поднимает и все. Что-то надо с этим делать. Что, вот ума пока не приложу, что и как можно с этим... Что это за болячка у нашей машины? Давай, 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 едем тихонько. Я уж подумал, финиш, хотел уже обрадоваться, ага. На этих магнитных импульсах довольно хорошо нас проносит. Угу. Так, и вот он финиш. Первая позиция. Ну что, друзья мои, двигаемся дальше. Старт был фиговенький, ребята. Мне не понравился. Отлично. Тихо, тут же потолок, ё-моё. Рэй, ты чё? Ты не видишь, что тут потолок? Можно разбиться, ё-моё. Сигаешь тут. Как будто бессмертный. Е. Всё. Победа, друзья. Так. Ну что, еще гонка, судя по всему, и будет босяцкий. Ох, я думаю, сейчас меня босс будет так наказывать, что мама не горюй. И денег у меня нету, да? Ну что ж, будем копить. Будем копить, друзья мои. Так, местность открытая, слава богу, здесь бояться нам нечего. Вот и финиш. Ну, обычно здесь тоже бывают пещеры или какие-нибудь там, я не знаю, домики. Юху! Взлетели, взмыли воздух. Вот видишь, у нас когда идет приземление, мы не сразу газуем. Мы упали, пару раз дернулись, и после этого только у нас начинает срабатывать, как говорится, газ. Видишь? Это что было сейчас? Это вот сейчас что было такое? Ты мне объясни, пожалуйста, на милость. Я не понял, с какого перепуга он остановился. Он просто наглухо остановился, ребята. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Давай без этих. Фьюх. Так, ну здесь лучше поверху, наверное. Ты гляди-ка, автобус чуть вытворяет. Хе-хе-хе. Е. 3 плюс 3. Слушай, ну я должен быть первым. Фиг там. Итак. Нет. Еще не дошел, твою ж налево. Не хватило буквально, ребята, вот этого одного балла. Давай, давай, давай. Слушай, такая быстрая и короткая. Обожаю короткие дистанции.
просто обожаю. Вот это наше первое ускорение, да, когда мы делаем, у нас отрывается наша, это, как ее назвать, турбина. И петарда, ё-моё. Ух. Отлично. И давай еще последнюю, третью, такую коротенькую, я буду вам очень признателен. Твою дивизию. Так. Давай, запрыгиваем. Отлично. И первые. Фу, Виктори. Ну что, друзья мои, теперь босс. Босс ведь все-таки, да? Разблокировать новый автомобиль. То есть, подожди, а где босс-то? Новое достижение. Моя платина круче твоей. Ох ты. Вот, друзья мои, вот про эту тачку вы и говорили. Ролисты едут боком. Вы хотите сказать, что это самая крутая тачка? Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях. Если да, то, естественно, и я ее, ну, во-первых, открою. А во-вторых, буду прокачивать. 70 тысяч мне нужно. Займемся, наверное, с тобой накоплением денег уже в следующей серии. Я думаю, это будет справедливо. Ну что, друзья мои, а на этом всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.